девочки. Как грубо. Директор, а мне быстро. Что вы ему скажете, что мой портфель схватили? Или что учеников из класса выгнали? Класс. Я попрошу всех напомнить новенькому ученику, о чем я рассказывала в начале урока. Вы рассказывали, что не позволите опаздывать на ваши уроки, не делать домашние задания, срывать вам уроки и вообще разговаривать еще, чтобы мы забыли все то, что учили с другими учителями. И что нарушил этот ученик? Ну, получается, все пункты. А ты здесь местная пиявка или что? Завали свою шухлядку. О, так вы в отношениях. Ну, тогда сорян, не хотел обидеть. А может, лучше учителю? Погоняла пиявочка до дела. Она ведь плотно присосалась ко всему классу. Это вылет из школы. Ты понимаешь? Хотите, я вас обыграю? Минуточку. Что вы сделали? Зачем вы забрали мой рюкзак? Это все из-за того, что я опоздал? А теперь многоходовочка.